Сириус Сэм 3. Будешь играть со мной в Сириус Сэм 3? Нет. А чё? Ну мне некогда. Ну ёпта. Ну ладно. Я тогда поиграю с подписчиками. Ну в смысле, я поиграю, они посмотрят. Играю. Правда, у меня их нету. А. Ну как нету, 29 всего. Ну, ну ничего. Зато любимые 29 подписчиков. Переживешь? Да переживу, конечно. Зато самые лучшие 29 подписчиков. У других таких нету. В середине 21 века человечество выкачало из земли все ресурсы и оказалось в очень неприятной ситуации. И тут нашлось кое-что интересное. В песках под развалинами самой древней из известных цивилизаций археологи выкопали следы существ, которые жили еще раньше и были очень продвинуты в техническом плане. Озвучка как в плохом фильме. Все, конечно, обрадовались. Появилась надежда свалить с матушки Земли куда-нибудь на какой-то другой конец вселенной. Такая озвучка. Впрочем, как это всегда, человечество ждал жестокий облом. На Землю внезапно налетела орда кровожадных инопланетян. Через 3 года боестолкновений люди, как говорится, оказались на грани полного уничтожения. От безнадёги лидеры землян вспомнили про ключ к вечности, артефакт, оставшийся от древней цивилизации. Британские ученые доказали, что ключ может открыть портал в определенную точку в прошлом и всех спасти. Охренеть. Оставалось его как-нибудь активировать. Оставалось его как-нибудь активировать. Ну, сыграем. Попробуем его как-нибудь активировать. Одиночную игру для начала кампании или выживания. Попробовать компанию, а потом выживание. Дело было в Египте. Жемчужина Нила. Вот, Виточка, посмотри. Жемчужина Нила. Ее. Бля. В смысле? До чего? Разговариваешь сам с собой. Кто сказал, что сам с собой? С подписчиками. Да, я с подписчиками разговариваю. Да ты вообще что болтаешь? Я веду запись. А ты разговариваешь и разговариваешь. Если в тебя слышно. Ой, еще одна. Капец. Дайте мне записать видео. Что ты тыкаешь? Не подписчики, а подписчики. Ложись на кулачок, не бей меня. Бедные мои подписчики. Да. Что он? Так, где-то в Каире. Уровни эпизода. Лето в Каире. Страж времени. Уровень для игры. Турист, новичок, человек, мастер, Сэм, ментал. Не, я турист. Какой с меня человек, нахуй? Первый раз играю в эту игру. Ни человек, ни Сэм. Лето в Каире. Ну вот, хоть где-то я проведу лето, вон, в Каире. С этой самоизоляцией. В Каире побываю. Видишь, до чего доводят компьютерные игры? Я бываю в разных местах. А ты сидишь дома, ничего не видишь. Давай. Мам, ложись на кровать, а не меня.
Ядрит Мадрид. Мухи летают. Где-то кто-то сдох. А, понятно. Мое чувство юмора сдохло. Приближаемся к периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Нас сегодня внимание, никто не движутся ждет? На 2 часа, идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок! Надеюсь, Стоун, ты принес мне тортик! Так, Альфа, слушай меня. Группа Браво охраняла ученого в старом музее Каира. Однако с 9:00 они не выходят на связь. Ментал хочет изжарить землю, а мы тут статуи охраняем! Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня! От науки пользы нет, от пушек есть. Да похер, есть там что или нет. Браво сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара. Родригес. Тревога, тревога, тревога. Нас атакуют, ухожу из-под удара. Рвем вправо, держись. Уходим, уходим. Я не сильный самолет, да, по-любому. Это я упал. О, 102 хп. 103. 4. Да, это я. Они без меня не пропадут. Да нет, конечно. Просто вертолет падает. Конечно, они не пропадут, нахуй. Как они пропадут-то? Нету слова, я назвал. А? В смысле, мне пушка нужна? Пиздец. Да лучше б я на вертолете разбился. Черт! Ёб твою мать! Ну чё уставился? Кончай глазеть! Охуеть. Её ж надо взять. Да мне пушка нужна, что за хрень? Да надо пушку, я так сдохну. О, кувалда. Кувалда. Пушка. Все, сдох, дядя. Бита есть, найду пару бошек, поиграем. Стоун, это Квин. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него. Выдвигаюсь к Альфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? Пристегиваться надо! Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Говорил, блин, страшно. Куда идти, не стоит, не
проблема. А тебе что нужно? Я сказал, буду через минуту. Это Джон. Родригес. Вот черт. Да сдохли они, все. Забудь про них. Самому бы выжить. Круто. Чувак был. Дальше. Ой, промазал. Я там, это плохо. Что, куда дальше? Я заблудился. Мистер Вессон, рад вас видеть. Очень приятно. Да. Ну, блядь, камикадзе. Мне кажется, что сбежит. Я твою мать. Все пердык потом.
кувалдой бегаю, ёб твою мать. Это камикадзе. Ёб твою мать. Заебал. Чем-то громко. Вот я, братан. Опа. Вертолет в зоне видимости. Что с группой Альфа? Я их потеряла. Конец группе. Господи. Сказала, не сдохнут. Живые сразу. Есть? Нет. Здесь становится жарковато. Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов. Камикадзе. Да. Блядь. Thank you.
Я заблудился. Заблудился, карты нету, навигатора нету. Заблудился. Да? Вообще ничего смешного. Страшно. Умереть можно. Да, блядь. Ладно, кивай. У меня в эти ворота. О, где сохранение? Фу, нахуй. Пизду, лучше в доту поиграть. Хватит сегодня Сириуса Сэма. Ну, вот и все на сегодня.